Як і анонсували, до нашої студії завітав дитячий гінеколог Олена Красуля. Вітаємо вас, дякуємо, що зранку ви з нами. Хотілося б почути вашу експертну думку з цього приводу, що раніше була можливість у тих самих полячок робити аборт, наприклад, за зґвалтування, за медичних показників або за загрозу для життя матері. Зараз і цього хочуть позбавити. Какое ваше мнение? Я считаю, что это очень неправильно. Хотя я против абортов, и прерывать життя нам не дал никто права на духовному сенсе, але заборона таким чином, це має наслідки, які негативні. Угу. Тому жінки, які намерені, извините, на російську передумову, если они намерены прервать беременность, они все равно будут пытаться это сделать. Тем более, может быть, в каких-то странах, где законы соблюдаются до последней буквы, это и возможно. Но если это не так, как мы видим, то это будет приводить только к росту криминальных абортов и, к сожалению, к смертям, к тяжелым увечьям, к тяжелым каким-то заболеваниям, последствиям. На самом деле, все мнения, которые мы услышали Николаевцев, они имеют право быть, реально. И криминальные аборты, и, конечно же, понимаем позицию того, что прерывать беременность нельзя, и понимаем, что есть потребность в некоторых случаях, потому что женщина незащищенная, как сказала одна из жителей Николаева, что иногда это является потребностью. Но все же, если говорить об абортах, вот я помню, был определенный бум, когда это обсуждали все, это был 7-8 год, как-то активно об этом всем говорили, потом затихли. Сейчас опять начали об абортах говорить. А какая вообще тенденция вот в Николаеве, в Украине? Часто ли делают и какие причины чаще всего? Аборты делают достаточно часто. У нас, у наших женщин основная, не основная, скажем, а подавляющее большинство контрацепции, которые я сталкиваюсь на моем приеме, это прерванный половой акт. То есть не какие-то современные методы, которые сейчас в доступности, которых очень много, которые разнообразные, которые безопасные, а вот так вот, как Бог на душу положит, то есть получится, не получится, и методом реальной контрацепции потом становится аборт, то есть методом контроля рождаемости. А сколько аборт опасен для женщины, потому что если нет каких-то особых показателей, делать его просто так тоже опасно. Это очень опасно. Это опасно в любом возрасте. Вот я детский гинеколог, скажу, что для детей, для подростковой беременности это крайне опасно. Вот, причем в подростковом возрасте не может быть хорошего варианта. То есть и крайне опасно делать аборт, и также негативно этой женщине, молодой девочке, не сформированной, рожать. Потому что количество осложнений при беременности тоже огромное, доходит до 85%, причем не только у нас в стране, но и за рубежом. То есть организм не сформированный, и, соответственно, осложнения беременности очень серьезные. То есть то, что есть в интернете, например, то, что обсуждают очень часто, что медицина пошла вперед, шагнула далеко, и сейчас аборты делать более безопасно, чем ранее, это с какой-то мере миф. Это все равно будет опасно. Какой-то процент все равно остается. Пускай совершенствуются какие-то методы, но никогда он не станет полезным и никогда не будет нулевых осложнений. Это невозможно. И наши должны быть действия направлены на то, чтобы предотвратить нежелательную беременность, а не делать аборт. Сейчас есть все возможности для этого. Есть куча препаратов, есть качественные презервативы, есть качественные таблетки гормональные, есть методы другие, там, например, внутриматочные спирали, различные импланты. Все есть. Все есть, чтобы не допустить беременности. Да, по поводу этих вариантов, что является более эффективным, на ваше мнение, и, скажем так, влияет ли сильно использование таблеток, спирали и так далее? Потому что многие женщины боятся, что это повлияет. Да, я с этим сталкиваюсь постоянно. Женщины боятся, но они должны намного больше бояться сделать аборт. Потому что любая контрацепция, даже самая, скажем так, вредная, можно сказать, она полезнее намного на перспективу, чем аборт. Потому что тут не только идет вред, как на физическом теле, это еще идет большой вред на духовном плане, потому что мы прерываем жизнь, и это не может остаться без последствий, к сожалению. Мы не про все знаем, но последствия всегда есть за такие решения. Хотелось бы также узнать о последствиях для женщины, у которой запретят делать аборт, как ей выносить здорового ребенка, потому что даже на подсознательном уровне она его будет не хотеть. Насколько здоровым может родиться нежеланный ребенок? Это сложный вопрос, это очень сложно изучить, но по логике это, конечно, негативно.
То есть вот особенно касается, если это опять-таки подростковая беременность, угу. еще женщина не сформирована психологически, не только физически. Для нее это огромный стресс, для нее это огромный негатив, особенно когда человеку что навязывается, то, что он не хочет делать. Угу. Это вызывает еще больше протеста, еще более такую реакцию неприятия. Поэтому на ребенке это все, конечно, будет сказываться. И дальше этот ребенок, видимо, так, что он пойдет на усыновление, правильно, угу. да, если будут все рожать. С этим столкнутся его будущие родители. Не знаю, может быть, это лучше, чем убийство, конечно, но есть дело в том, что я думаю, что те женщины, которые реально захотят сделать угу. аборт, они его все равно сделают. Это уже было неоднократно пройдено, было с алкоголем, было это, знаете, сухой закон да, во всех странах, он постоянно, было, да. если, вот эти запреты, они всегда заканчивались. Если у взрослой сознательной женщины нежелательная беременность, это уже чисто ее проблема, она должна была об этом подумать, как поступать родителям, у которых подростки, девочки столкнулись с этой проблемой. И как поступать, чтобы не столкнуться с этой проблемой? Возможно, какие-то лекции? Для этого, для лекции постоянно проводятся. Я очень благодарна тем школам, которые приглашают меня и разрешают проводить в школах лекции. К сожалению, это не все школы. Угу. Вот. Но в те, которые я хожу, мне намного легче работать с контингентом этих детей, потому что они уже более осведомлены, они более сознательны. Да, несмотря на то, что 2016 год, но сексуальное образование на сегодняшний день еще воспринимается как дикость. Да. Но, к сожалению, ну, сейчас получше уже, намного да, получше, уже. Да. Было время, когда я приходила на порог школы, а там стоял пикет из мам, мы не дадим наших детей, не знаю, что они думали, что буду с ними делать, вот, видимо... Какие-то самые худшие вещи. Самые худшие вещи, да, я прямо в классе. Да, вот. И не пускали, да, были обращения такие. Но сейчас уже этого нету. Угу. Да, вот. И многие школы с удовольствием приглашают. Я с девочками говорю, ну, не только я, и другие детские гинекологи тоже. Да, вот. Девочкам объясняем. И процент сознательности среди подростков растет. Все равно я вижу, что больше девочек-девственниц, которые до 18 лет, да, вот, девочки знают, что есть контрацепция, и многие приходят и обращаются по поводу контрацепции, чего угу. раньше опять-таки не было. То, что мы можем, мы делаем. И когда люди осведомлены, конечно, намного легче. Когда это не какая-то там новость, которую первый раз услышали, которую угу. надо переварить. А какая-то статистика есть, вот, чтобы сравнить, например, как вот за года независимости улучшается ситуация? Ну или... вот как только началась независимость, когда была сексуальная революция, угу. если помните, секса не было, потом он вдруг появился, и никто не знал, что с ним делать, было, конечно... хуже, я считаю. Сейчас намного mm-hmm. лучше. Молодежь, она более отзывчивая на вот эти все методы. Знаете, что в Европе оральная контрацепция очень распространена. Доходит до 50%. А у нас, да, у нас это люди боятся их пить, потому что боятся осложнений различных, которые mm-hmm. часто вот как раз осложнения от контрацепции, они мифические. Потому что практически можно подобрать любой женщине с любым здоровьем, с любым возрастом можно подобрать эффективную контрацепцию, не допустить беременности. А чтобы сейчас подобрать, это все... необходимо сдавать анализы, обратиться? Нет, практически минимум каких-то исследований, то есть ей нужно прийти к врачу, причем угу. сейчас по контрацепции может проконсультировать не только детский гинеколог, не только обычный гинеколог, но даже семейный врач, угу. даже акушерка и даже медсестра в семейной амбулатории. Они уже обладают такими знаниями. У нас в городе проводятся специальные курсы, где обучается медицинский угу. персонал самого широкого профиля, уже имеют эти знания. И это все доступно, это все реально, попасть на прием уже в тот же день. Угу. Девочка сегодня или женщина придумала себе, она пошла и в этот же день попала к врачу. Кстати, это по вот наша реальность. Похода к врачу, ваша специальность – это детский гинеколог. Да, с какого да. возраста нужно уже задуматься о том, что ребенка пора отвести к такому врачу, такой специальности? Ну, у нас все продумано. Значит, у нас смотрим мы детей обязательно перед садиком. Угу. Обязательно перед школой, и затем 10 лет, то есть это начало полового созревания, 14 лет это как бы уже, угу. можно сказать, серединка такая, и 17 лет перед поступлением мы обязательно осматриваем всех девочек. А к ювенологу, то есть обращаются, скажем так, в определенный это, возраст? Да, это обязательные, угу. которые по листку здоровья, по угу. вот школьным этим направлениям или с поликлиники. Ну, и если какие-то есть у мамы сомнения, какие-то ситуации, в которых она... ну, не может понять, что происходит, какие-то отклонения на ее... Ну, тоже это приходит, они в любое время. Наша помощь очень доступная, мы всегда на месте. Угу. Вот нас 6 человек в Николаеве. Одна, правда, доктор в частной клинике работает, и 5 человек в государственных клиниках. Работаем по графику, все без перебоев. С удовольствием всех принимаем. И кроме того, в школы ходим тоже, если есть такая
заинтересованность, угу. с удовольствием. Мне потом намного легче работать, когда уже знают и родители, и учителя, угу. и в ПТУ преподаватели, куда, если что, девочку можно сориентировать, куда я пойти. Ну что, спасибо вам большое за то, что сегодня пришли, проконсультировали. Действительно, тема остается открытой, тема абортов, потому что это нерешенный вопрос сейчас и в Европе, и в Польше в том числе, потому что кто за, кто против, в Украине аналогично. Но единственное, что нужно сделать, это каждому делать свои личные выводы и понимать, конечно же, что любой запрет порождает желание и еще больший спрос. Я нагадую еще раз нашим телеглядачам, что сьогодні у нас в гостях дитячий гінеколог Олена Красуля. Говорила про те, чи варто забороняти в Україні аборти, чи, можливо, все ж таки ця міра є правильною.